В выставочном зале Магаданского отделения РГО прошло открытие выставки картин «Белоплечий орлан. Гордость Магадана». Организатор – Колымский заповедник. Русское географическое общество получило в свое распоряжение галерею в спортивном комплексе «Виталист» в этом году. И первую выставку решили посвятить особенной птице – белоплечьему орлану. Вместе со своими партнерами, сотрудниками, специалистами, учеными заповедника Магаданский мы открываем здесь первую выставку, посвященную белоплечьему орлану, этому замечательному символу нашей природы. Белоплечий орлан – символ Магаданского заповедника. Это одна из крупнейших птиц мира. Сотрудники рассказали магаданцам о ее особенностях. Всего представили более 50 картин. Это краснокнижный представитель, занесенный во все красные книги и Магаданской области, и Российской Федерации, и международной, конечно же. Самые талантливые дети из детских образовательных учреждений, из центров дополнительного образования принимали участие в выставке этих картин. Также представили фотовыставку «Белоплечий орлан. Гордость России». В течение полугода сотрудники заповедника собирали фотографии со всей территории Дальнего Востока, там, где встречается эта птица. Еще одна экспозиция в мире заповедной природы. Там представлены фотографии природы и животных Магаданского заповедника, который в следующем году отметит 40 лет. Елизавета Сипайлова, Олег Калугин, «Магаданское время».